Я величайший художник, что когда-либо жил. Мои мысли самые гениальные на весь мир. Мой город станет самым известным на весь земной шар. Здесь люди будут гордиться с тем, что здесь жил художник Александр Алёнин, Тихон Мышкин. Здесь будут везде пейзажи, везде будут картины. Здесь будет так хорошо, как нигде в мире. Никакие Эль-Халуфы, ну то есть в ОАЭ, Объединенных Арабских Эмиратах, самые высокие здания в мире не сравнятся с искусством, с мыслью здесь, самым, с человеческим личностью не сравнятся. Самые высокие здания, выше, чем в Нью-Йорке или еще где-то, это ничего. А здесь будет центр мира. Фига себе, как злобно на меня смотрит мужик. Вот этот мужик на меня такими злобными глазами смотрел, это вообще жесть. Так злобно, как ты не можешь себе представить. Вот я в картине нарисовал это уже неоднократно. Здесь просто люди будут вообще не работать, а будут просто заниматься досугом культурным, чем хотят. Ходить. И будут видеть везде туристов, в основном китайских, потому что Китай рядом. Они падки на все самое величайшее. Здесь будет столько туристов, столько будет новых построек, столько всего. Здесь будет такое изобилие товаров, самых разных, всего. Вкусно. Здесь будет и вкусно, и красиво. Вывески все будут насыщенные, яркие, как в Китае. Все будет так здесь возвеличено и прекрасно. И люди, которые здесь живут, 90 тысяч человек примерно, они будут просто в центре мира. Это будет самое лучшее место на свете. Никакие небоскребы величайшие не сравнятся с человеческой личностью, мыслью, рисованием, музыкой, искусством, не сравняться никогда. Здесь не будут вот эти старые раздолбанные китайские машины. Здесь будут вот эти вот китайские дроны, знаешь, которые гигантские, ну, которые пожары тушат. Здесь будут вообще летающие машины везде. Дроны, летающие машины, скорая помощь летающая. Все будет здесь. Я не могу найти Теле2. Здесь нету провайдера моего. А он постоянно... Его все здесь разрушается, все организации закрываются, аптеки и все прочее, провайдеры закрываются, завязываются, исчезают, вместо них просто ничего не остается и приходится искать. А на картах, на Google картах остаются старые места, где уже ничего нет, где уже пустота, пустынная, пустая, входа нет. Ездят старые машины, Волга, Жигули и китайские машинки, которые не выдерживают морозов сибирских. Я великий художник. Я не могу, коммуницируя, рассказать об этом, потому что это не имеет значения. Я не чувствую прилива сил, когда мне говорят, люди из Москвы звонят, говорят, великий художник.
Ты, конечно, напишешь, ты алкаш. Ну что ж, ты знаешь, что Ван Гог непрерывно курил, пил по 50 чашек кофе в день и пил абсент непрерывно. Это самый мощный алкоголь, абсент, который вызывает галлюцинации еще к тому же. Это ядреный алкоголь. Ван Гог. Это только Ван Гог, а остальные художники и не такое пили, и тоже пили непрерывно. Так что говори это всем сразу. И Эдварда Мунка не забудь. Хотя ты, конечно, даже не знаешь, наверное, кто это. Нет, ты напишешь мне в комментариях, Эдвард Мунк был трезвенником за ЗОЖ. Он ходил на марши за трезвый образ жизни. Представь, Эдвард Мунк такой. Я за ЗОЖ. Я за трезвый образ жизни. Он бы не был Эдвардом Мунком. Он бы ничего не нарисовал тогда, в таком случае. Отжимание за трезвый образ жизни. Акция. Отжимание на площади города. В парке города. 100 раз отжимаемся. Эдвард Мунк, Ван Гог отжимаются. Представляешь этот бред? Я-то могу отжиматься, да. Но я буду угорать при этом. Как надо мной угорали, когда в детстве я мог 100 раз отжаться, 20 раз подтянуться. Сальтом прыгнуть и кульбитом с места. И приземлиться на ноги. Надо мной посмеялись мои одноклассники. Вместо того, чтобы сказать, фига себе, он уникальный чел. Здесь нету никакой урны. Я хочу выбросить бутылку в урну. Нигде нету. Посмотри. Здесь нету. Там нету. Там нету. Там нету. Там нету. Там нету. Нигде нету. Нигде нету. А зато лужайка растет посреди тротуара. А еще такая дыра. Проваливаешься непонятно куда внутрь. Там глубокая дыра. Сейчас я попытаюсь найти мусорку, чтобы выбросить бутылку из-под пива. И пиво никакое не сладкое, оно горькое, оно кислое, оно неприятное. Оно кисло-горькое, неприятное. Так что говори, пожалуйста, кислое, попивает кислое, горькое пиво. Никакое оно не сладкое вообще. Оно мерзкое, кислое, горькое, кисло-горькое такое, мерзкое. Вообще не для человека сделано. Я не понимаю вообще, зачем, почему не мог сделать вкусный напиток. Здесь, в общем, нету куда выбросить. Так что я буду делать? Где найти урну? Нормисы. Машина. Девушка с смиренными волосами. Все как и должно быть. У нормальных людей. Я не знаю, мне придется из километра ходить, чтобы найти урну. Пойду туда. Прощаешь меня. Спасибо тебе. Я действительно рад. Ну что ж, кто-то даже прощает меня. Это хорошо. Это по-христиански, кстати. И вот я прошел еще дофига. Здесь лунные кратеры. Изучаем лунные кратеры. Здесь ни одного указателя. А вот есть указатель, какой дом. Лунные кратеры. Лунные кратеры. И ни одной урны, чтобы выбросить сигаретку или бутылочку пива. Там нету урны. Здесь нету урны. Зато есть лунные кратеры. Давайте поизучаем. Это Тихое море. Это кратер величия. Это кратер спокойствия.
это кратер СССР, это кратер еще чего-то там. А это еще какой-то кратер, а это озеро спокойствия. А это сердечко, сердечко кратер. Где же урны? Вот магазин. Продуктовый магазин. А, вот она урна. Неужели? Неужели я нашел? Смотри, какая дырища. Вот это уникально. Это параллельный мир. Что за гранью Вселенной? Вселенная бесконечна. Но когда ты подходишь к краю Вселенной, ты проникаешь вот сюда. Наконец-то урна. Все. Миссия выполнена. Озеро спокойствия, лунный кратер. Сердечко. Озеро спокойствия. Сердечко. Разные лунные кратеры.